В данном уроке создание видео или анимация SketchUp, но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джоник X. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Следует сказать, что программа хороша для моделирования, но не для визуализации. Для этого имеется V-Ray. Те же Lumen или Twinmotion также заточены под визуал. Однако это не мешает создать простое видео с облетом объекта или анимацию. А потому, для начала справа раскроем раздел «Сцены». Если вы его не нашли, тогда сверху «Окно», «Лоток по умолчанию», кликаем на «Сцены». И тогда раздел «Отобразится». Слева имеются кнопки «Обновить», «Добавить» или «Удалить сцену». Справа переместить ее вверх-вниз, «Отобразить». Также имеется «Сведения о сцене» и «Меню». Добавим сцену. Выбираем «Ракурс» и жмем «Плюс», то есть «Добавить сцену». Появляется сцена номер 1. Кстати, если щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, появится тоже меню. Выбираем другой ракурс и жмем «Плюс». Аналогично добавим и третью сцену. Эти сцены отображаются и слева сверху под инструментами, при нажатии на которые активируется облет камеры. Правой кнопкой мыши по одной из сцен. Воспроизвести анимацию. Получается анимация, то есть облет. Правда, не очень как-то. Но не стоит расстраиваться, если не получилось сделать хороший облет. Ведь следующий урок по SketchUp будет посвящен редактированию видео. То есть облету. То есть анимации. В общем, на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!